Привет, рэп-чада, это Рэпостол. Сегодня мы послушаем новый сингл Хаски «Невидимка». После выхода «Хашханога» Хаски радует нас только синглами, но это нормально, потому что альбом еще долго нужно переварить. Многие его еще просто не поняли, говорят, что это не то, Хаски скатился. Но интересно, в каком направлении Хаски работает сейчас, какие темы его беспокоят. Поэтому послушаем новый сингл. Я понимаю, что все сказанное мной не будет иметь никакого значения для властелина слов и того, кто нашел прореху в бытии, но все же скажу пару своих слов. Хаски, безусловно, крутой поэт, и это слышно по его фонетическим рифмам, даже здесь. Но мне кажется, что в какой-то момент он начал бегать по кругу, или он ищет новую формулу, я не знаю. У него уже были и сложные тексты, и просто уже все перешло к какому-то звукоподражанию, то есть к тому, что делали там Абриут и Хармс. Абсурдизм такой пошел, типа. Пошла череда треков, когда Хаски меня не удивляет. И мне не хочется к ним возвращаться. То есть одного раза мне достаточно. За Байкалом, вот это. Недавний саундтрек к чему-то там тоже был. NPC. На своих концертах Хаски устраивал перформансы, говорил, вы меня видите, вы меня видите. Так вот, я хочу сказать, что Хаски, я не только тебя вижу, но и вижу, что ты халтуришь. Потому что последние несколько треков как-то совсем меня не цепляют, не удивляют. И биты довольно посредственный. Я знаю, что White Punk и Пхима делали эту штуку. И это мог быть кто угодно. Здесь нет ничего запоминающегося абсолютно. Короче, я как-то совсем пока недоволен. Если вы со мной не согласны или согласны, напишите об этом в комментариях. А также подпишитесь на Instagram, Telegram, YouTube и молитесь за Рэпостол.